публично заявил о своих намерениях лишить команду финансового плана. Да, это было высказано немного жестко, зато прямо и в лицо. Moscow Fire, Counter Strike, лучшие ребята, лучший коллектив. Эдик, Дося, Хек, Ромочка, Фокс. Ребята все как-то отнеслись к этой победе не так, что вот там действительно долгожданно отнеслись к тем, что ну случилось и случилось. Да! Также по Доте это один из лучших коллективов в Европе, которым я считаю лучшим в России. Опять же, лучшие. Moscow Fire лучший.